Владимир Слезов – металлург высшего, пятого разряда, бригадир в коксовом цехе. Знает все о сортировке этой продукции для выпуска стали. Работает на Заринском коксохимическом заводе вот уже 40 лет, со дня его основания. Вспоминает, тогда приходилось учиться методам проб и ошибок. О производстве топлива в Алтайском крае тогда знали мало. Это раньше еще он был не запущен, завод. Я даже не знал, не видел кокса. Вот поэтому мы еще там строили, там доделывали, оборудование настраивали. Вот. И это втянулся так постепенно, и потом меня затянуло, и я остался здесь. Коксовый пирог – это топливный материал. Его получают из измельченного угля разных видов. Запекают в печах при температуре больше 1000 градусов. Охлаждают в тушильной башне и высыпают на рампу, а затем на конвейерную ленту. Работа Владимира Слезова начинается на этапе сортировки кокса по фракциям. Ну, задач у меня много. Если вот, например, конвейер остановился, я могу здесь быть, устранить. Где-нибудь остановка непредвиденная, туда надо будет выбегать и устранять. Так что на месте у меня нет работы. От конвейера до погрузки готового материала в вагоны. Этот этап контролирует Владимир. Если произошла поломка, оператор звонит коксохимику. Владимир следит за состоянием оборудования, чинит. Его смена длится 12 часов. На данном этапе я должен контролировать поставку вагонов порожних, чтобы забирали груженные вагоны. И следить за качеством кокса, потому как я здесь старший, спрашивают с меня. Владимир не единственный из семьи трудится на коксохимическом заводе. Его сын пришел работать сюда в 18 лет, сразу после школы. Гордость за него, что он не струсил, пошел на такое производство работать. В этом году кандидатуру Владимира Слезова утвердили на получение звания «Заслуженный металлург Российской Федерации». Высшая награда в этой области. Анастасия Меньшакова, Сергей Балуев. Новости.